Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале «Про цветок». Я рад нашей новой встрече. Сегодня я отвечу на одни из наиболее популярных вопросов, которые были обозначены, отмечены, приплюсованы, лайкнуты пользователями портала, посетителями портала процветок.ком. Эти вопросы набрали большое количество таких лайков, рейтингов, поэтому именно на них я и буду отвечать. Между прочим, если вы хотите, чтобы я еще такие выпуски делал и отвечал на подобного рода вопросы с портала процветок.ком, заходите туда и лайкайте их, да, нажимайте на плюсики для того, чтобы там появлялся хороший рейтинг, и я буду периодически делать подобного рода обзоры. У моих перцев не получается получить урожай первой волны. К концу сезона много цветков и завязей, но уже поздно. Может, надо обрывать первые цветы или сделать подкормки для второй волны урожая, которые вы рекомендовали, они действительно эффективны в начале лета. Растут в теплице на теплой грядке и сорта, и гибриды. Проблема перцев первой волны не столько в том, что там виничный цветок надо обрывать, потому что он забирает питание. Вот это может быть первая мысль, которая возникла у многих-многих зрителей, которые смотрят различные каналы. Нет, дело не в этом. Дело в двух факторах. Первое, перец, как рассада перца, приживается гораздо сложнее, восстанавливается после пересадки гораздо сложнее, нежели чем рассада томатов. Томаты пасынок кинул на землю влажную, он уже укоренился. У перца не так. Это первое. Поэтому надо выращивать их в контейнерах и бережно пересаживать. Второе, что не любят перцы, в отличие от томатов, это заглубление сильного. При сильном заглублении выше семидольных листьев перец становится вялым, плохо растет, плохо образуются бутоны. И если те цветки, с которыми вы их высаживали, уже были в распуске или бутоны, они зачастую обваливаются, и вот эту вторую волну приходится достаточно долго ждать, пока эти растения адаптируются. Третье, что не любит перец, очень многие рано высаживают перец на рассаду, высаживают его иногда с цветками, а иногда уже даже с первыми плодами, в связи с тем, что большое количество сортов есть поздних сроков созревания. Но это неправильно. Если растение находится в генеративной фазе, уже активно цветет и даже завязывает плоды, это означает, что после пересадки развитие этих бутонов, цветков, плодов прекратится, растение перейдет в генеративную фазу и даже может сбросить вот эти завязи и бутоны, приостановить их развитие в том случае, если грунт плодородный, а условия для роста и развития созданы оптимальные. Вот здесь и находится вот эта точка опасности, что вы оптимальные условия создали, растение опять вегетирует, опять выгоняет зеленую массу, а то, что у него уже зацвело, ведь он попал в аскетичные условия в конце срока выращивания рассады. Уже ему не хватает места в контейнере, уже недостаточно питания, где-то есть огрехи в освещении, хоть длина дня больше, но они уже начинают мешать друг другу стоять плечом к плечу. И вот из-за неблагоприятных факторов они уходят в генеративную фазу. Вот это три таких основных проблемы, с которыми сталкиваются любители перцев, почему нет хорошей первой волны. Отследите у себя, нет ли здесь какой-то проблемы, но это кроме того, что там поливы, холод, там холодной водой проливали, ну то есть обычные агрономические огрехи, я о них не говорю, а вот специфические для перцев. И я думаю, что наладится, все будет хорошо. Второй вопрос. У меня на грядках очень много всякой живности, которая вроде как и пользу приносит, перерабатывая органику, но в то же время они не прочь полакомиться и плодами. Поедают клубнику, в принципе, все, что им под силу достать. В основном это такие жучки, у них еще панцирь поперечными полосками, мои дети их арбузиками называли. И небольшие такие червячки-многоножки. Что с ними делать, не пойму. Больше пользы от них или вреда? Еще почему после ливневых дождей все круглые черви вылазят на садовые дорожки и даже нахожу их в ведрах с водой, порой уже мертвых, жалко же. Их. Ну, первое, что я скажу, какой кошмар. То есть, мне кажется, что вот эти поперечные полоски и вот эти жучки, это скорее не колорадский жук, а скорее клопы. Да, колорадского жука вы точно узнали. А вот эти клопы с таким панцирем и поперечными полосками, это, конечно, многоядные вредители, которые в саду совершенно нежелательны. И лучше всего от них избавляться. Самое простое, это собирать их механически, но, конечно, в перчатках, потому что клопы, как любые клопы, по
постельные и вот эти садовые клопы ужасно воняют, да, они выпускают струю вонючей жидкости. Поэтому мобилизуйте детей, наденьте на них перчатки и пусть они лучше этих клопов собирают. И это будет очень хорошо. Действительно, они жрут все подряд, особенно на юге Российской Федерации. Особенно мраморный клоп сейчас является страшным карантинным вредителем, который сжирает все на своем пути. Если их уже размножается очень много, бороться с ними крайне сложно, за это он и карантинный, потому что он устойчив к инсектицидам перитроидного ряда, но как минимум обрабатывайте неоникотиноидными препаратами, такими как Актара, например, хотя бы декоративные растения путем пролива под корень. Мы как-то об этом говорили. Почему? Потому что в этом случае не страдает хорошая вот это, ну, хорошие насекомые, которые тоже на листиках могут там находиться, поедать тех же тлей. Но хотя бы так поступите. Что касается пищевых растений, то лучше всего их обирать и не давать им размножаться. Что касается многоножек, то они вредят далеко не всегда. Однако в отдельные года, в отдельных агроклиматических условиях они могут внедряться в ягоды земляники, повреждать их, и это очень неприятно. Поэтому раскладывайте для них хотя бы приманки в виде кусочков картофеля, кусочков фруктов и собирайте. Они на них наползают под горшочек какой-нибудь там керамический, чтобы щелочка была, чтобы они туда залазили. И просто механически их собирайте, собирайте, собирайте. Для того, чтобы они не размножались. Вот многие считают, что мульчирование это такой природный способ улучшения и ведения сельского хозяйства у себя на приусадебных участках. При всем том, есть абсолютно неопровержимые доказательства того, что ну, вот в отношении фермерства, да, я не говорю о личных даже подсобных хозяйствах, что при использовании мульчирования как способа борьбы с сорной растительностью, как способ увеличения почвенного плодородия, как сохранение почвенной влаги, этот способ приводит к увеличению количества вредителей и зачастую хозяйства, в которых мульчирование используется вместо вспашки почвы, применяют пестицидов, именно инсектицидов против вредителей гораздо больше, чем когда они применяются во время вот, традиционной обработки почвы. То есть надо вскапывать, надо промораживать, надо вот это все делать. Поэтому вот это no-till, без, не копать, да, без перекапывания почвы, оно действительно приводит даже иногда к вспышкам вредителей, и вместо положительного эффекта мы получаем вот такой вот отрицательный. Поэтому тоже присмотритесь к своей почве, возможно, вам придется вернуться к вскапыванию огорода, если вы этого сейчас не делаете, используете только no-till технологию без перекопки. И, возможно, вам где-то надо и с мульчой быть осторожней. Мульчи. И еще почему после ливневых дождей круглые черви? Ну, я так полагаю, что это не круглые черви, а это малощетинковые, кольчатые черви, а именно дождевые черви. Ну, круглые черви это нематоды, да, вылазят. Ну, это естественно, что после ливневых дождей норки дождевых червей затопляются, они вылазят на поверхность, распространяются. Ну, просто бросайте их в траву, куда-то в газон, на грядки, они закопаются, и все будет очень хорошо. Конечно, какие-то из них погибают, но это естественный абсолютно процесс. Вы говорили, что кальциевую селитру, кальций-содержащие подкормки, нельзя давать одновременно с калийно-фосфорными удобрениями. А можно ли давать их одновременно, размежевывая один по листу, второй под корень? Конечно. Вы можете обрабатывать кальциевые селитры, те же томаты по листу, а калийно-фосфорные удобрения, это вот же монокалий-фосфат, добавлять в корневые подкормки, в поливную воду. Но также надо помнить, что да, есть опасность, безусловно, но все это можно снимать, либо проливами лимонной кислотой столовая ложка на ведро воды, периодическими хотя бы там раз или два раза в месяц. Это уже мобилизует хорошо фосфат и защищает кальций и фосфор от инактивации. Либо использовать фосфат мобилизующих бактерий, либо использовать, например, если уместно, то же самое зеленое удобрение, которое является хорошим стимулятором для фосфат мобилизующих бактерий. Также использовать подкормки хлебом, которые стимулируют также фосфат мобилизующую микрофлору. Ну и весь комплекс тех мероприятий, о которых мы говорим, и говорим на канале про цветок. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, если вы выполняете вот эти все мероприятия по мобилизации кальция и фосфора в почве тем иным, другим, третьим, пятым, любым доступным способом, то в этом случае, в принципе, вы можете не бояться, да, ну, но все равно лучше всего не смешивать их в одном ведре, в любом случае.
В этом году половина томатов и перцев в теплице оказалась больна столбуром. Как избежать этого в следующем сезоне? Максимально бороться с цикадкой. Столбур переносится цикадками, да, то есть она своим хоботком прокалывает лист, заражается и переносит эту заразу на ваши растения. Поэтому обрабатывайте, убирайте сорняки так, чтобы цикадки не летели на ваши томаты. Содержите свои посадки в чистоте, потому что антибиотические проливы — это, конечно, абсолютно крайняя мера, доксициклин там, все такое, которое не является, ну, такой оптимальной для борьбы с этим заболеванием. Самое главное — это борьба с цикадками. Прошу рассказать о действенных мерах по борьбе с кротом. Парадокс: улучшаешь почву, много червяков. И тут, как тут, кроты от сезона к сезону в геометрической прогрессии, несмотря на принятые меры. Ну, пока вам могу сказать, покупайте кротоловки, да. Ну, кто-то газом их травит из баллона, да, покупают газовый баллон и напускают. Но это пожароопасно. Я не могу такие советы вам давать, потому что, ну, это может быть очень опасно. Можете взорвать всю дачу и дом и так далее. Используют карбид для борьбы с кротами, заделывают. То есть надо создавать им нервные условия. Но вы также одновременно должны понимать, что, избавившись от кротов, вы получите вспышкообразный рост численности личинок майского жука, проволочника и прочих почвенных вредителей, с которыми вам потом тоже придется начинать борьбу не на жизнь, а на смерть, в том числе медведка и так далее. Потому что кроты ими питаются. Ну да, сдерживать численность надо, если они уже превышают экономический порог вредоносности. Но надо найти некий баланс и начать жить в мире. У меня то же самое. Засуха. Я розы поливаю в каждый приезд на дачу. У меня под каждой розой, слушайте, яма уже, как кротовая нора. Потому что туда сползают червяки на эту влагу, и туда приползают, конечно, кроты. Ну, я стараюсь это воспринимать все стоически, потому что, ну, это гармония природы какая-то. Ну, вот карбид, ловушки, там вот все вот это вполне можно использовать. У нас есть ролики на эту тему, но кому-то помогает, кому-то не помогает, кому-то помогает временно, например, два сезона помогает, потом кроты приспосабливаются и уже не помогают. То есть надо это пробовать всякое разное. Есть много полюбившихся сортов томатов, перцев и так далее. Как быть со сбором своих семян, если уже который год одолели всякие болячки? Если честно, то семена собрала с коллекционных томатов, выращенных впервые у себя, но все плоды были поражены в разной степени фитофторой. Может, есть способы эти семена перед посадкой как-то обеззаразить? Не бояться за круговорот болячек у себя. Ну, один из первых роликов, который появился на канале Процветок, это испытание многочисленных способов обеззараживания семян и выбор среди них наиболее оптимальных. Во-первых, в любом случае, когда вы выбраживаете вот эти томаты, обязательно добавляйте в раствор для выбраживания бактоген, бактофит, гамма-гиралирин. Ну, что есть под руками? Любой биопрепарат на основе сенной палочки. Вы уже на этом этапе избавитесь от 99% инфекции, которая есть на этих семенах. Затем надо помнить, что фитофтора с семенами не передается. Вот просто запомните себе раз и навсегда. Заучите: фитофтора с семенами не передается. Поэтому если проблема только фитофтора, то там вообще никакой опасности нет. Третье, конечно, предпосевное протравливание с последующим заселением туда конкурентной микрофлоры является самым лучшим вариантом. А еще лучшим вариантом, начиная с периода выращивания рассады и заканчивая периодом сборов плодов, обрабатывать сенной палочкой. Конечно, сенная палочка сенной палочке рознь. Вот эта сенная палочка из препарата Бактоген, она обладает еще и так называемыми эндофитными свойствами. Она может проникать внутрь растения, впоследствии заселять развивающиеся семена и наследоваться от материнского растения к потомству. То есть под кожурой семян уже будут бактерии сенной палочки, которые там сохраняются под кожурой и которые будут выполнять в том числе защитную функцию. Не вся сенная палочка на такие чудеса способна, но бактоген вполне способен на такие вот чудеса. Да? Поэтому, защищая в течение сезона семенные растения с помощью бактогена от комплекса болезней, вы одновременно и придаете устойчивость к болезням и потомству, и семенам тоже. Причем не снаружи, а изнутри, да, она находится. То есть она попадает еще в момент начала развития семян и унаследуется. Поэтому качество ваших семян будет, несомненно, гораздо выше, чем если вы не используете методы биологической защиты. Посадил по осени овес.
как сидорат по клубнике, а по весне скошу, правильно я сделал. Я не думаю, что вам весной придется овес косить, потому что овес является яровой зерновой культурой, зерновым растением, и он просто замерзнет, если будут морозы. Поэтому он замерзнет, поляжет, сформирует своеобразную мульчу, если не разложится за зиму, то разложится за весну, поэтому тут даже и хлопот никаких нет. А то, что вы посадили овес в качестве сидората, это очень хорошо, безусловно. И несколько вопросов с фотографиями. Здравствуйте, Иван. Я посадил рассаду земляники ампельной в землю из магазина. И нужно ли в нее еще добавлять удобрения? И почему у земляники сохнут края на листьях? Связано ли это с почвой? Давайте посмотрим. Овощная грядка. Ну, как правило, вот в так подобного рода грунт никаких удобрений добавлять точно не надо. Хороший производитель. Ну, я надеюсь, что это хороший производитель. Потому что я же не проверяю каждую упаковку любого грунта. Их там тысячи наименований. Это просто невозможно. Я пользуюсь грунтами «Зеленый мир», мне нравится, и на это есть одна очень большая важная причина, почему эти грунты, они отличаются от всех других торфяных грунтов. Я, может быть, сезон как-то расскажу. Так вот, при посадке ничего добавлять туда не надо. Что касается подсыхания краев у земляники, то рассада земляники весьма чувствительна к недостатку калия. Вообще земляника в принципе очень любит калий. И вегетативный рост, и созревание ягод. Ягоды клубники богаты калием. Земляники, садовой земляники, лесной, других видов земляник богаты калием. Поэтому калия для земляники надо ни в коем случае не жалеть. Будь то калий-сульфат, будь то зольные подкормки или что-то еще. Ну, конечно, обязательно уксусом надо нейтрализовать залу, потому что защелачите почву и будет плохо. Поэтому просто делайте хорошие подкормки монофосфатом калия во время рассады, выращивания рассады, и потом впоследствии не забывайте об этом. Добрый день. Нашла в лесу березовый трухлявый пень. По всей поверхности затянут каким-то грибом. Пахнет как гриб. В нескольких местах он выглядит как на фото 1, а в основном как на фото 2. Давайте посмотрим, как я люблю подобного рода какие-то сообщения. Да? Люди смотрят в природу, наблюдают природу. Им нравится природа. Это замечательно. Это просто замечательно. Конечно, я не являюсь таким классическим микологом, который определит вам каждый гриб, который растет в лесу, да, то есть я больше по грибам, которые вызывают болезнь у растений или нечто подобное. Я, конечно, сейчас очень-очень сильно ошибусь, но, возможно, это какой-то из видов гриба очень ростного триходерми, который называется гипокрея. Да, то есть, может быть, какие-то хорошие классические микологи меня обсмеют, но мне кажется, гипокрея. Ну, он не похож, скажем так, на триходерму, да, этот гриб, там триходерму зеленую или еще какие-то виды, которые мы используем. Но это тоже целлюлозоразрушающий гриб, который вполне можно собирать и вносить в свои грядки. То, что он не патогенен, это абсолютно точно. Ну, кроме того, гипокрея действительно разрушает остатки целлюлозы и будет вам полезно, будет выполнять ту же функцию, что и триходерма дикая, да, ну или не дикая. Следующий вопрос. Иван, подскажите, что за вредители завелись в мульче осенью? Их очень много в верхнем слое мульчи. Спасибо. Скорее, вот судя, ну фотография не в фокусе, не очень хорошо видна, тут голову особо не видно, лапки не видно, для того, чтобы идентифицировать хотя бы там до рода, до вида. Это личинки жуков. Каких жуков, я сказать не могу. Но то, что это личинки жуков, это точно. Ну, я не думаю, если они живут в мульче, ну, скорее всего, ну, вероятнее всего, что они безвредны, потому что они подъедают так называемый бентос, да, то есть растительные остатки. Ну, надеюсь, что они там жрать корни растений не будут. Просто фото не очень четкое. Для того, чтобы идентифицировать, надо вот прям со всех сторон, чтобы лапки были хорошо видны, и голова была хорошо видна, и брюшко было хорошо видно, все. Да, то есть нужно что-то более качественное. Ну, будем надеяться, что ничего страшного. Еще связанный вопрос, такой прям шокирующий фотографии. Иван, подскажите, как бороться с вредителем на фото, какой вред от них? Находила в сентябре под тонким слоем мульчи в огромном количестве, как кишащая масса. Потревожишь, пытаются закопаться. Давайте посмотрим. Да, действительно, кишащая масса под мульчей, и здесь под мульчей кишащая масса. Ну,
Конечно, то же самое, что и с предыдущим вариантом. Кстати, очень похожие те и другие. Ну, трудно мне сказать, какой именно это жук, вот что именно это за жук. Является ли он фитофагом, то есть он пожирает растения, или жрет он только вот эти растительные остатки. Но если растения в целом чувствуют себя хорошо, то бороться с ними не нужно. Они почвообразователи, подобного рода личинки. Возможно, они развились в таком колоссально большом количестве, действительно, какое-то гнездо прям настоящее, колоссально большое количество, просто потому, что у них были созданы такие весьма благоприятные условия. Но я думаю, что если вы не будете видеть явных повреждений или пришлете более детализированные фото, то я смогу сказать вам более подробно о том, ну, а постараться определить их как биолог до вида и точно сказать, кто это. Здравствуйте, что с моей обожаемой ежевикой, сорт Natchez? Все лето светлые пятна на листьях, сейчас осенью в центре этих пятен красные точки. Боюсь, что вирус. Если он, то можно ли попробовать димексид? Да, очень неприглядная картина, хотя, да, и к сожалению, она вот здесь вот на правом листочке, она очень похожа на вирус, ну вот прям вирус-вирус. Надо сказать, что и малина, и ежевика являются очень чувствительными к вирусам, у них очень много вирусов, и избавиться от вирусов — это целая проблема. Наш замечательный Национальный институт, институт плодоводства Национальной академии наук, он занимается выращиванием безвирусной малины, то есть настолько важная вот эта тема, ну, малина, ежевика, вирусы, поражение вирусами, распространение вирусов, что они стали через меристемные культуры делать этот безвирусный материал. Конечно, он чего-то стоит, и, к сожалению, они не воспроизводят сорта, ну, скажем так, популярные у населения, там супер-пупер сорта, они в основном делают сорта собственной селекции, такие более промышленные, более такие, ну, скажем, старорежимные, может быть, где-то, пусть не обижаются сорта, поэтому там сложно найти такие, ну, какие-то хиты японские, там, может быть, еще какие-то малиновые, ежевичные. Но, однако же, это действительно проблема. Конечно, можно попробовать поработать димексидом, вот точно так же, как я рекомендовал на смородине, но успех в этом деле не гарантирован, потому что вирусы крайне многообразны и коварны, да, и то, что подошло под одни вирусы, совсем не означает, что поможет в отношении других. Но пробовать можно. Здравствуйте, на одном кустике помидор, он один такой, такое впечатление, что помидоры растут уже вялые, водянистые, даже когда зеленые на листьях, ничего нет, листья хорошие. Что это и как это лечить? Ну, у меня два варианта. Это либо ожог, потому что здесь вот есть такое белое пятно, да, как будто бы ожог. Может быть, солнце где-то на него сильно светило, но еще это похоже на эдему. Эдему посмотрите более подробно, мне кажется, что-то про эдему мы уже говорили, это также похоже на эдему, то есть, а может быть, сочетание эдемы и ожога, потому что я здесь вижу признаки и того, и другого. Вот эти сероватые водянистые пятна на правом помидорике на первом фото, вот эти желтые зоны такие, они похожи и на эдему, и действительно на ожог. Обратите внимание на условия роста таких томатов и обязательно имейте в виду, что томаты действительно чувствительны, а перцы еще больше, чувствительны к ожогу. И делайте самое элементарное, там, ну, кроме того, что подсаживать базилик перцем, там притеняющие какие-то культуры, ну, еще просто натягивайте спанбонд или делайте меловые обработки. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Присылайте свои фото, просматривайте фото, лайкайте обязательно эти фото. И буду стараться ответить на них максимально подробно. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!